Внимание на старт. Дан старт четвертого заезда приз в честь Международного дня гражданской авиации для лошадей старшего возраста орловской рысистой породы. Объект Павел Колумб, на втором месте барышник, далее факир, замыкает культ. Объект идет Колумб, на втором месте барышник, далее факир, замыкает культ. Первая четверть дистанции пройдена за 39,2 секунды. Объект ведет третий номер Колумб под управлением наездника третьей категории Сергея Ананьева. У него в спине на втором месте барышник, далее факир и замыкает культ. За 41,2 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег ведет Колумб, на втором месте барышник, далее факир и по-прежнему замыкает культ. За 35,8 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники четвертого заезда выходят на финишную прямую. Впереди Колумб, далее барышник, факир и культ. В борьбе на финишной прямой Колумб и барышник. Барышник и Колумб финишируют практически голова в голову. Чуть впереди барышник. Заканчивает дистанцию второй номер факир и первый номер культ.